Три мифа о кето-диете. Миф номер один. Мозгу нужна глюкоза для правильной работы, и кето-диета не дает ему все, что нужно. Факт. Мозгу требуется в день от 30 до 50 грамм глюкозы, которая может быть получена организмом из белка через глюконеогенез. Для этого не нужно употреблять много углеводов. Всю остальную энергию мозг может получать из кетоновых тел, кетонов. Миф номер два. Кето-диета не сбалансирована, и длительное пребывание на ней опасно дефицитом важных питательных веществ. Факт. Если следовать всем правилам, то кето-диета – одна из самых сбалансированных, естественных и безопасных диет на нашей планете. Миф номер три. Кетоз опасен и может привести к опасному кетоацидозу. Факт. Кетоз – это естественное физиологическое состояние, при котором наш организм перерабатывает кетоны для получения энергии. Кетоацидоз – это неспособность организма регулировать количество кетонов. У больных диабетом физиологически невозможно при нормально работающей поджелудочной железе и правильной выработке инсулина достичь состояния кетоацидоза. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!